Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Яно Самаюктам Виндаванам Манохара Ванча калпатару ващаке пасинду бхавача Патитанан павани бхавишна вибхьо намо нама Мукан кароти бача ланг пангун ланг хет гирим Джатки патам ханг банди парама ананда мадавам Бриндавай тусиде байпиявай кесава сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамодакша Джагод Варана Дхейям Сада Парифабагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапалли Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Каджанна Маничатая Бисфуриджи, токима пигапаводу, швадарши, пурнану рагра, сосагра, сару муртихи, сарадикама и кадакипам. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодато Шанкиртанай капитару камала шатакшо Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде ягат приякару Каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Нитям Бхавану Рупенна Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманамга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Баги саджушо бадане, лакшмир жасача бхакшаши, ясясте хиде самбид, там нишинга бхам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Sri Chaitanya Padambhaja Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asraya Jesam Sha Opi Tad Kandabhagbhavi Sri Chaitanya Padambhaja Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asraya Jesam Sha Opi Shit Tad Kandabhagbhavi Gaudiya Goshtipati Пати, Шишила Бхакти, Сиддханта, Сарасвати, Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, обусловленная джива оставляет, может пасть в любой момент. Anytime. So we have no reason to criticize others. Поэтому бессмысленно критиковать других, поскольку никто не знает, когда паду я. У меня нет права критиковать других. Но чистые преданные гуру и вайшнавы, могут ругать меня, наказывать, но при этом они не падут. Прабхупад говорит, что порой гуру вайшнавы вынуждены ругать меня, критиковать, бить, но это не означает, что это приведет их к падению. Иногда гуру и вайшнавы говорят строго, они вынуждены критиковать для того, чтобы исправить. Но, конечно же, они не падут из-за этого. Они делают это из глубокой привязанности и любви ко мне. Их критика не такая, как критика обусловленной души, когда одна обусловленная душа критикует другую. В Чайтанья Чаритамрите сказано, те, кто не критикуют других, а заняты лишь Харинама Санкиртаной и служением Гуру Вайшнавам, очень легко смогут достичь лотосных стоп Гауранги Махапрабху без всяких препятствий. Прабхупад часто говорил, что бессмысленно критиковать других. Мы не можем делать это, ведь любая обусловленная душа может пасть внезапно. Обусловленная душа полна анартх. Даже если она избавится от 80% анартх, она останется обусловленной душой. 90% gone, still bonded soul. И даже если на 90%, на 99%, 1% анартх все равно останется. Но, конечно же, в таком случае такая джива станет возвышенной. Иногда обусловленная душа начинает сомневаться. Совершая так, что как достигнем ли мы цели? Мы совершаем так много аскез, терпим лишения, но достигнем ли мы цели? И почему же ее посещают такие сомнения? Это говорит о том, что она обусловлена. Вишвана Чакраварти Такур говорит, что мы теряем терпение,
не можем до конца верить в гуру и вайшнавов. Жизнь проходит, я не получаю никаких результатов баджана. Но Шри Вайшнава Такур говорит, что это глупости. Вы не видите своего прогресса, не видите, насколько вы возвышаетесь и продвигаетесь. Вы не видите, сколько процентов анартх уже покинули вас. Поэтому вы теряете терпение и хотите немедленных результатов. И вам кажется, что ничего не происходит, вы не продвигаетесь. Вишнат Чакрати Пад говорит, что, предположим, вас заковали в кандалы. Но пришел добрый человек, который... освободит вас, распилит, осторожно распилит наручники и освободит. Когда практически на 90% наручник будет распилен, вы будете испытывать ту же самую боль, что и прежде. До того, как он был распилен. Не забывайте об этом примере. Терпение — это великое сокровище. Не думайте, что деньги — ваше сокровище, ваша ценность. На самом деле, терпение — самое главное богатство в нашей жизни. В Киртане Бхактивинода Такур пишет, Наротам Дас Такур пишет, для того, чтобы обрести премдан, необходимо столкнуться и преодолеть огромное количество проблем, трудностей, препятствий. Если вы хотите совершать харибаджан, вы не должны жаловаться на то, что происходит в вашей жизни. Что бы ни случилось, нужно осознавать, что все это происходит по желанию Господа. Завтра я объясню эту шлоку более подробно. Завтра Радхаятра, начало Радхаятра. Обусловленная душа всегда испытывает боль. Предположим, что вы полностью освободились. И от счастья начинаете танцевать. Но помните о том, что несмотря на то, что вы освободились от майи, анартх, завтра может случиться так, что вы вновь нырнете с головой в майю. Лишь те, кто на 100% предался служению Бхагавану, подлинный гуру севак, не может пасть. Он отдал все, что у него есть, гуру, служению гуру. Такая личность не падет, но все остальные
находится в опасности. Даже если вы преодолеете влияние майи, может случиться так, что вы вновь под него попадете. Поэтому в шастрах сказано: что если ваша деятельность, если вы совершаете грехи, если вы делаете что-то неправильно, вы вновь попадете под влияние майи, даже если вы от него освободились. Даже если вы будете физически находиться с Бхагаваном, с Чайтаньей Махапрабху, есть все шансы погрузиться в майю. Как это сделал Кала Кришнадас. Он был с Махапрабху, постоянно наблюдал его деяния. Но несмотря на это, он погрузился в майю, предпочел общение с женщинами. Махапрабху вытащил, тянул его за шикху назад. Таким образом, даже придя в общение с Бхагаваном, он попал под влияние майи. Казалось бы, как это возможно? Вспомните о Валабхадре. Когда Махапрабху пошел во Вриндаван, его сопровождал Валабхадра. Так как же случилось так, что у Валабхадры не было ясного представления о Сиддханте? Ведь он беседовал с Махапрабху. Он служил ему. Как же возможно, что он имел сомнение в Сиддханте. Когда Махапрабху пришел во Вриндаван, люди распускали слухи, что Кришна опять появился на Ямуне. Он танцует там, на головах Кали. К Махапрабху пришли с этими новостями. А ты сам-то его видел? Спрашивает Махапрабху. Да, я видел, как он танцует. Многие Браджаваси приходили к Махапрабху и рассказывали об этом. И тогда Валабхадра сказал: «Прабу, Махапрабху, Прабу, можно я тоже пойду посмотрю на Кришну? Если ты позволишь, я пойду. Ведь все говорят, что там Кришна». Но Махапрабху начал ругать его. Прекрати. Ты правда веришь, что можешь увидеть там Кришну? Век Кали. Кришна не приходит, как Кришна Аватара. Сам Бхагаван напрямую не приходит. Он приходит как преданный. Сам Махапрабху принял облик преданного. «Не занимайся глупостями», — сказал Махапрабху. И спустя какое-то время пришел один разумный пандит.
Махапрабху спросил его: «Ты видел Кришну во Вриндаване?» Все говорят, что он танцует на Ямуне, на головах Кали. Этот пандит сказал: «Нет, на самом деле ночью рыбак ловит рыбу. На его лодке фонарь раскачивается в лодке, и поэтому образуется тень, которая напоминает танец Кришны на головах Кали. И Махапрабху обратился к Валабхадре: «Посмотри, ты до сих пор хочешь пойти и посмотреть на Кришну?» Но, конечно же, они не ошибались. Все те, кто утверждали, что Кришна появился во Вриндаване, были правы. Сарасвати на их устах говорила истину. Одна проблема — они не знали, где именно Кришна. Кришна действительно пришел, и он находился на Акрура-гате. Это был Махапрабху. Так вот, даже выйдя из ловушки майи, мы вновь можем угодить в нее. Нет никаких гарантий тому, что этого не произойдет с нами. Лишь если я обрету милость возвышеннейшего преданного, полную крипу, если у меня будет полное сознание того, что вся моя жизнь посвящена Гуру Вайшнавам, и лишь они могут защитить меня, у меня не будет проблем. Прабхупад часто говорил, что Аджамила, Саубари Риша, Яяти. Вы слышали о Яяти? Сын Яяти — Джаду, и именно с них начинается династия Яду, Яду Вамша. Джаджати, Саубари, Аджамила, Пурурава обрели благо. Но этого не происходит со мной. Почему? Несмотря ни на что, Джаджати, Саубари, Аджамила в конце концов обрели вечное благо. Почему? Потому что они были простосердечны. Да, они были в майе. Сердца их были просты. Прабхупад много раз говорил в своей Харикатхе, что Яяти, Саубари, Аджамила, Пурурава смогли обрести вечное благо. Они не были лицемерами. Несмотря на то, что были погружены в майю. Но если я считаю себя ачарьей, считаю себя великим преданным, если сердце мое непросто, если я лицемерен, я хочу славу, денег, пратиштху, я хочу задействовать гуру и Бхагавана в служении своим корыстным желаниям. В Бхагаватам содержится шлока. Тибрена бхакти йогена пурушам парам.
Акам и кам. Полный желаний. И тот, кто освободился от них, акам. Если сердце просто, не отягощено лицемерием, но даже если в сердце есть какое-то лицемерие, но мы не потакаем ему, наступит день, когда мы обретем высшее благо. В противном случае, кто бы смог достичь? Вечное благо обрести невозможно. Аджамила был хорошим человеком, а Пурарава был очень сильным, и Саубари. Все это были не такие уж и плохие люди. Но как же произошло так, что они погрязли в майе? На самом деле, практически невозможно спасти обусловленную душу от майя. Те, кто оставили свою семейную жизнь, оставили свои дома и начали отреченный образ жизни, конечно, грехастых тоже касается, но в особенности брахмачари, саньяси, они находятся в очень опасном положении. Им постоянно приходится преодолевать препятствия, которые расставляет майя. Джива, подобно рыбе, которую достали из воды, она хочет продолжать жить, хочет наслаждаться, но не может. Позавчера пришел один юноша. Он услышал мою харикатху, оставил свой дом, в котором было полно комфорта, и все необходимое у него было, но он все это оставил. Тем не менее, он полон сомнений. Прабхупад говорит, что гораздо проще открывать тысячи больниц, институтов, чем освободить одну обусловленную душу от оков майя. Часто преданные не осознают, почему они оставили дом, ради чего они приняли отреченный образ жизни. Прабхупад говорит, что, возможно, в момент, когда они оставляли дом, в то время, когда они жили семейной жизнью, они обрели какие-то осознания и смогли понять, что все это временно.
И это понимание привело их к отречению от семейной жизни. Но с течением времени они забывают цель, ради которой они это сделали. Они забыли, зачем они оставили свой дом. Сейчас они гонятся за Лабхой, Пуджей, Пратиштхой. Прабхупад говорит, что я оставил свой дом ради того, чтобы найти Кришну. В поисках Кришны. Но что теперь произошло со мной? Я ищу Лабху, Пуджу и Пратиштху. Я знаю очень много подобных случаев. Даже один ачарья сказал мне лично, что это произошло с ним. Он сказал, когда я был дома, я следовал Экадаши. Иногда я приезжал в Майяпур, посещал святые места и получал садусангу. Когда я жил очень простой жизнью, когда я повторял Харинам, я плакал, я испытывал очень особые чувства. Но теперь, после того, как я пришел в Мат, хоть я и служил Гурудеву, я все это утратил. Он лично сказал мне об этом. В то время я испытывал глубокие, замечательные чувства. Но теперь нет. Их нет. Несмотря на то, что тогда мне приходилось тяжело работать, 10 часов, по 10, по 9 часов мне приходилось работать. Но тогда я испытывал настоящие чувства. Но теперь у меня все мое время направлено на служение, у меня есть... Но я не испытываю, то есть все мое время я направлен на служение, но я не испытываю того, что испытывал раньше. Я поражен. Как такое возможно? Сказал он. Поэтому-то и Прабхупад говорит, что когда я покидал свой дом в поисках Кришны, мои мотивы были высоки. Но теперь, став ачарьей, цели мои изменились. Мое настроение изменилось. Я лишь бегу за Лабхой, Пуджей и Пратиштхой. Так как мы можем быть уверенными в том, что мы никогда не пойдем? Шрила Горакишвардас Бабаджи Махарадж говорил, когда к нему приходили люди, чтобы обучиться Рупанога Баджане. Горакишвардас Бабаджи всячески обманывал их. Так однажды один человек пришел, и каждый раз Горакишвардас Бабаджи Махарадж говорил: «Знаешь, сегодня нет времени, приходи завтра». И так продолжалось много дней. Но в один день этот человек не выдержал, разозлился и ушел. А Горакишвардас Махарадж смеялся ему вслед.
он не может вынести потерю копейки. В те дни на одну пайсу можно было купить очень много. Я еще застал монеты по одну пайсу, две пайсы, три пайсы. Отец давал нам их. Мы просили отца, дай нам пайсу. И он давал. А сейчас 5 рупиев даже попрошайки не готовы принять. В Мумбае однажды один нищий бросил пожертвованные деньги в лицо тому, кто их дал ему. «Что мне делать с ними, с этими копейками?» — сказал он. 5 или 10 рупий там было. Положение нынешних дней очень опасно. При таких обстоятельствах очень сложно совершать харибаджан. Сейчас он превратился в своего рода философию. На практике очень редко можно встретить того, кто действительно совершает баджан. Во время Прабхупады были те, кто по-настоящему преданы. В настоящие дни наверняка тоже их можно встретить, но они крайне редки. Для того, чтобы защитить обусловленную душу от майи, и для того, чтобы вовлечь в харикатху, в баджан, то есть если вы освободите дживу от майя, но то есть дадите мукти, но не займете ее баджаном, она вновь вернется в свое положение изначальное. According to your hearing Harikatha from perfect source, you are making deliberate mistake. How to hear Harikatha, you don't know. Вы не знаете, как правильно слушать Харикатху. Я стараюсь. Когда я с вами разговариваю, вы всегда это повторяете. Но если вы пытаетесь вновь и вновь, рано или поздно вы должны достичь успеха. Но этого не происходит, значит, вы лгете. Что вы стараетесь, если ничего не происходит, если вы не достигаете успеха? Просто-напросто вы решили не выходить из-под влияния майя. Нет у вас стремления. Но если человек Everything depends upon your sankhya
Все зависит от вашей санкиртаны, харикатхи. Сегодня Гундича Марджанам. Но харинама санкиртана — главенствующий фактор. Я знаю, что сегодня мы должны говорить о Гундича Марджана санкиртане, но я просто готовлю почву для этого. Санта Госвами Махарадж, Бхакти Пранат Пури Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж. Вы видели их? Так как же вы сможете обрести осознание, если у вас нет непосредственного опыта? Общение с такими возвышенными преданными. Если вы не видели, как эти возвышенные личности совершали харинаму санкиртану в этот день, день за днем мы утрачиваем то, что есть. Кто защитит нас от этого? Таким образом, все зависит от того, слушаете ли вы харикатху из подлинного источника. Слушаете ли вы внимательно? Махапрабху учит нас. Прежде всего, твое сердце очень грязно. Старайся омыть его, очистить. Все мы постоянно повторяем ту шлоку, но никогда не задумываемся о внутреннем значении этой шлоки, что Махапрабху хотел сказать этой шлокой. Упадешамрита. Если хотя бы одну шлоку, вы станете размышлять хотя бы над одной шлокой, перед вами откроется много дорог. Действительно, эта шлока имеет такое глубокое значение. Мы просто повторяем «Бачо Вегам». Все повторяют эту шлоку. Но в чем глубинное значение? Там, в Упадешамрите, содержатся все секреты баджана. Сахаджи на Радакунде не понимают, что Рупа Госвами дает указание на саньясаврату. Первая шлока. В первой шлоке говорится о саньясаврате. Они думают, что это алфавит, что это нечто первоначальное, что-то начальное. Мы хотим стать гопи, думают они. К чему это Упадешамрита? Это первый класс. Столько высокомерия. Но они никак не могут доказать, что их тело и ум чисты. Они не могут даже доказать свое следование брахмачари. Не могут даже поддерживать чистоту асаны, на которой сидят. Going up to that level.
Сколько чистоты нам необходимо обрести, прежде чем достичь высшей цели? Прежде всего, необходим харинам. Необходимо повторять харинам. И наступит день, когда мы сможем делать это по-настоящему. Рупа Госвамипад говорит, что прежде чем достичь этого возвышенного уровня, необходимо взять контроль над своими органами чувств. Только в таком случае у вас будет право говорить харикатху и давать наставления остальным. Но Сахаджи Бабаджи критикует Гаудия Матх, критикует саньясу. Откуда Гаудия Матх принял саньясу? Они не понимают даже первую шлоку Упадешамбиты, а уже совершают Рупануга Баджан. Рупа Госвами говорит, что до тех пор, пока мы не обретем контроль над своими органами чувств. Что такое саньяса? Предание телу, умом и речью. Служение телом, умом и речью. Но они с вызовом задают вопрос Гаудия Матху, откуда Гаудия Матх получил саньясу. Так откуда же вы получили коупину? Самое первое учение читания Махапрабху, наставление читания Махапрабху заключается в этой шлоке. То есть в Гундича Марджане также присутствует санкиртана. Джива Госвамипад пишет в Сандарбхах, что нет необходимости совершать все составляющие бхакти. Существует 64 вида бхакти. И если вы совершаете их, им должна сопутствовать нама санкиртана. Это главный фактор. 64 folds of bhajan. But still, whatever bhajan you are doing, seva, all should be done together with nam sankirtan. Shankirtan, shankirtane naiva kriyate. Любой вид служения должен выполняться вместе с харинама санкиртаной. You know, follow, but still, shankirtane naiva kriyate. All together with sankirtan. То есть, если вы готовите, вы должны повторять харинам. Если вы идете, повторяйте харинам. Стираетесь, моетесь, принимайте, повторяйте харинам. Махапурушо.
Махапрабху говорит, что для повторения Харинама Санкиртна не существует правил предписаний. Харинам можно повторять при любых обстоятельствах. Учение читания Махапрабху содержится во многих киртанах и в Бхаджанарахасе, который написал Бхактивинода Тхакур. День и ночь, каждую секунду необходимо воспевать святое имя Господа, совершать Харинама Санкиртану. Как я говорил в прошлый раз, какое бы сиддханту вы не говорили, она должна быть одобрена Сваруп Гасаем. Без одобряющего сертификата Сваруп Гасая моя харикатха не имеет значения. Without getting certificate of Sarugusa, my harikatha, my writing, my то, что я пишу, те наставления, которые я даю, не имеют никакого значения, если их не одобряет Сваруп Гасай. Поскольку Сваруп Гасай является высшим авторитетом. И кто же назначил его таковым? Чайтанья Махапрабху. Сам Чайтанья Махапрабху, который является Верховным Господом. Итак, Гундича Марджана Лила была явлена Чайтанья Махапрабху. Царь Пратапарудра был очень расстроен. Почему Махапрабху пошел сам мыть храм? Это должны делать предназначены для этого люди, дворники. Как я могу позволить ему делать это? Конечно же, если Прабху хочет сделать это, я не имею права запретить ему. И тогда Пратапарудра понял, что это особая лила, которую хочет явить Махапрабху. Он дал распоряжение своим слугам присутствовать там и внимательно следить за тем, в чем нуждается Махапрабху. И если ему что-нибудь будет нужно, немедленно доложить об этом царю. И тогда они сказали, нам нужна сотня метел, ведра, глиняные кувшины, сотни. И царь Пратапарудра предоставил все необходимое, и ранним утром Махапрабху, собравшись со всеми преданными, начали санкиртану.
Махапрабху умастил каждого преданного чанданом, надел они гирлянды и с огромным энтузиазмом, воспевая святые имена, танцуя, они направились из Гамбира в Гундича Марджанам. Как правило, когда нам нужно добраться из Гамбира до Гундича Марджана, мы едем на рикше. Но Махапрабху не просто шел, он танцевал вместе с огромной толпой преданных. Добравшись, Махапрабху начал обучать, наставлять каждого. Сегодня мы будем мыть храм Гундича. И завтра наш Прабху придет сюда. Но он не сможет сесть в грязное место. Как я уже говорил, когда наши сердца грязны, в них нет места Господу. Таким образом, Махапрабху вместе с преданными приступили к очищению храма. Порой Махапрабху указывал какому-то из преданных на недостатки его работы. Он просил и просил другого: научи его, покажи ему, как надо делать. Когда храм был чист, Махапрабху собрал мусор и положил в одну кучу, а все остальные преданные в другую. Но то, сколько собрал Махапрабху, не могло сравниться с количеством мусора, которое собрали все преданные вместе. Оно было гораздо больше. И тогда Махапрабху дал распоряжение: теперь нам нужна вода. И все побежали к Нарендра Саровару, к Индра Дюмна Саровару. За Нрисинга Мандиром находится это озеро, около 5 минут ходьбы. И каждый раз посещаю это место, замечательное место. Там они набирали воду. Сотни людей приносили воду в кувшинах и очищали вместе с Махапрабху весь храм. Махапрабху брал кувшины и брызгал водой на, поливал водой потолок. Когда он отмыл все, очистил все, вода из омывшая храм, воды было столько, будто бы новое озеро образуется. Там присутствовало около 100 преданных, и все были настолько поглощены служением, что никто из них не произносил мирских слов. Когда нужна была, когда нужна была метла или кувшин, они просто хлопали в ладоши и говорили: «Хари Кришна, Хари Кришна». Не говорили ничего помимо святых имен Господа. Но что произошло между тем? Один простосердечный, преданный браман, he suddenly took one pot of water coming in front of Mahaprabhu
Он подошел к Махапрабху с кувшином воды и вылил его на стопы Махапрабху. Махапрабху удивился, что ты делаешь, начал злиться. Это же храм. Ты омываешь мои стопы в храме, это же оскорбление. Это же храм Джаганатха. В храме Джаганатха ты омываешь мне стопы. И так Махапрабху явил лилу гнева. Позови Сварупа. Пришел Сваруп Гасай и сказал, Махапрабху сказал, посмотри, твой Гаудия преданный вытворяет подобное. Перед храмом Джаганатха он омывает мне стопы. Так я ж в ад пойду за это. Джаганатха скоро придет сюда и воссядет здесь на трон, а он тут же омывает мне стопы. Сварупа Гасай сказал, наша Гуру Варга говорит, что Махапрабху позвал именно Сварупа Гасай. Он мог бы позвать кого-то другого, но почему именно его? Он мог бы позвать Шивананда Сену или кого-то еще. Но он позвал именно Сварупа Гасая, поскольку он высший авторитет. Махапрабху вручил полную ответственность за Гауди Сампрадаю Сварупа Гасая. В этом содержится это Сиддханта, то есть смысл этого таков. То есть Сварупа Гасай возглавлял весь Вайшнава Самадж, все Гауди Вайшнава общество. Даже в храме Гамбиры, когда кто-то приходил к Махапрабху в надежде получить его одобрение на одобрение их сочинений, прежде должен был прочесть Сварупа Гасай. И если он что-то не одобрял, оно не... Махапрабху не читал это. Так вот, если Сварупа Гасай не одобряет то, что делаю я, если Магуру Махарадж не одобряет, то мое служение бессмысленно. Итак, Сварупа Гасай схватил за шиворот того преданного и сказал, убирайся, убирайся отсюда. Ты разгневал Прабху. Уходи. Этот преданный расплакался и вновь подходил к Сварупа Гасай и Махапрабху. Пожалуйста, простите меня, я совершил ошибку. И очень один замечательный, интересный момент. Что сделал Махапрабху, как он наказал его? Как правило, он был очень строг. Но в этот раз он дал им очень сладостное наказание. Такое же сладостное, как в случае с Рагунатхой Гасавами. Он приказал ему устроить большой фестиваль, накормить всех преданных. Это был Нитянанда Прабху.
А в конце концов он наказал его тем, что поставил свои лотосные стопы ему на голову. Так это наказание или благословение? Даже Шанкар Бхагаван, Брахмаджи не могут обрести подобное. Рагхунат Гасай был очень счастлив получить такое наказание. Он говорит, я хочу, чтобы до конца жизни меня так наказывал Господь. И тут Махапрабху ругал некоторых преданных. Ты плохо моешь. Я накажу того, кто мало насобирает мусора. Ему придется накормить всех Джаганнат Прасадом. А там сотни преданных, и что это ж сколько нужно денег, чтобы каждого угостить прасадом. Сказано, что после в Чайтанья-чаритамрите сказано, что после того, как весь храм был чист, Махапрабху подошел к алтарю Джаганнатха Баладева Субхадры, взял свой бахирвас, то есть чадар. Окунул его в воду и начал очищать алтарь. Закончив, он был доволен. Храм отмыт. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами пишет замечательную вещь. Не забывайте, помните о ней. Те, кто являются расика бхактами, всегда размышляют о Господе и смеются. Они постоянно думают о лилах Господа. Не только во время Харикатхи, но на протяжении всего дня. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Махапрабху был очень доволен проделанной работой. Храм был настолько чист, как будто бы Махапрабху обнажил свое сердце. То есть чистоту храма можно было сравнить с чистотой сердца Махапрабху. Nijer nirmal hidayi jano bahire melilo. All his own clean heart, Mahaprabhu is going to expose in front of us in the name of Gundisha Mandir Mahanjan. Будто бы Махапрабху открыл свое сердце. To learn something or not to learn something, it's up to you. If you have some minimum consciousness, you can try to clean. Если у вас есть хотя бы чуть-чуть разума, вы
постараетесь очистить свое сердце. Наше сердце это Бхагават, должен стать Бхагавата-мандиром. Мы моем храм после того, как преданные примут прасад, это служение, сева. Мы моем туалеты, это наше служение, сева. Но если мы станем считать себя возвышенными преданными и думать, что такое служение слишком низко для нас, я лично занимался этим, я мыл и после просада полы, потому что служение — это главное. Нет служения, нет настроения служения. Можно и запомнить все шастры наизусть, но смысла в этом не будет. Поскольку служение — это главное. Не тратьте свое время в семейной жизни. Всю жизнь можно так растратить. И так и не найти время для баджана. Итак, все зависит от нашего настроения служения. Прабхупад часто говорил, что все зависит от настроения служения. Чем больше вы погружаетесь в служение, тем больше вы получите осознаний. А пустое запоминание шастр, философии не принесет пользы. Откуда взять осознание? Шрила Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж говорит, у них есть деньги, они могут пойти на рынок и купить книги. Откуда же им взять осознание? Где они возьмут осознание? Все, что они получат, это зеленый банан. Поскольку осознание могут дать нам только вайшнавы. Осознание нельзя приобрести на рынке. Нельзя купить их на развес. Ими может наградить нас исключительно вайшнав. Ради них нам необходимо прийти к вайшнаву. И теперь все зависит от вас. Если вы станете хитрить, вы сами же окажетесь в ловушке своей хитрости. Гуру, вайшнавы и бхагаваны очень простосердечны. Они не хитрят. Перед ними вы можете признаться в своих неудачах, в своем падшем положении. Но если вы начнете хитрить, вам придется отправиться в ад навечно. Итак, Махапрабху обучает нас чей-то дарпана марджанам через лилу Гундича Мандира Марджанам. Это век Кали. Если вы хотите совершать аскезы, они до какой-то степени очистят вас. Тем не менее, если вы хотите провести ягью, хотите, будете предлагать молоко, все молоко смешано с водой. Если захотите предложить цветы, я сам видел, как цветочник встает рано утром, встает утром в 6-7 часов, он даже не моется. Идет и берет пакет с цветами, садится на мотоцикл и идет продавать гирлянды. Если не верите мне, встаньте вот там завтра Радхаятра, увидите.
Они даже лицо не умывают. И что вы думаете, Бхагаван примет подобные гирлянды? Таким образом, цветы нечистые, гирлянды нечистые, фрукты. Продавцы фруктов жуют пан, засовывают его в рот пальцами, а затем теми же пальцами продают вам эти фрукты. То, что они продают, это учишха. Когда они хотят есть, они берут прямо с витрины, начинают есть, потом курят, теми же руками касаются фруктов. Итак, в наш век все осквернено. Также и мед осквернен. То есть единственное, что мы можем сделать, это принять прибежище Харинама Санкиртаны. Если вы будете повторять святое имя под руководством Гуру Вайшнав от всего сердца, это спасет вас. Поступает много вопросов. Например, если смысл обусловленной душе идти и петь на улицу святые имена. Но если эта душа, если этот человек сам обусловлен, какое благо получат слушающие? Почему люди не получат от этого блага? Почему люди не получают блага? Так много храмов, так много обществ, но прогресса не происходит. Я знаю, что вы вкладываете, но я хочу видеть то, что вы производите. Получается так, что это ноль. Если я принимаю прасад, если я повторяю харинам, если я слушаю харикатху, но мое сознание не расширяется, не возвышается, все это просто внешняя деятельность. Фестивали, музыка, джай джаганат. Но джаганат недоволен, потому что в этот момент у меня нет настроения преданности. Завтра мы поговорим о том, почему джаганат остановился посреди дороги, и никто не смог сдвинуть его с места. Он хотел смотреть на санкиртану. Все тянули его, но он не сдвигался с места. Об этом мы поговорим завтра. Итак, мы должны быть очень осторожны, очень внимательны по отношению к санкиртане и всему, что с ней связано. Раньше не было рекордеров, не было. Возможности записать харикатху, поэтому у нас не было камеры, поэтому у нас нет записи харикатхи Прабхупады, видео. У нас нет возможности слышать напрямую голос Прабхупады, Бхактивинода Такура. И как минимум, что мы можем сделать, те, кто приняли прибежище Гуру Вишат Забабджи Махараджа и Шри Прабхупады, мы можем распространять их послания среди людей. Что-то лучше, чем ничего. В те дни все слова Прабхупады записывали. Все, что говорил Прабхупад, они записывали. А в наши дни все, что мы можем, это распространять харикатху Шрилы Прабхупады среди людей. Может быть, один из тысячи откликнется на эту харикатху. Бхактивинода Такура говорит, что даже если одно единственное слово
войдет в уши человека, он может идти пить кока-колу, идти по улице, но если в его уши войдет трансцендентный звук, он рано или поздно сработает. Об этом говорят шастры. Это сказал Прабхупад. Я знаю, что большинство людей не примут наставления Прабхупады и даже никак не отреагируют, но мы должны что-то делать. Если мы будем публиковать какие-то распутные танцы, будет тысячи подписчиков, но если чистую харикатху, вряд ли она будет кому-то интересна. Я не собираюсь рассказывать харикатху для того, чтобы удовлетворить вас. Моя цель — порадовать Гаурангу. Итак, старайтесь погрузиться в харикатху, погрузиться в каждую лилу Махапрабху. Завтра я буду говорить это шлоке. Завтра Радха Ятра. Отнеситесь внимательно к этому дню. Мы будем слушать харикатху и воспевать славу Бхагавана. Старайтесь осознать харикатху.